Приехал в Шики, обязательно должен побывать в хан-сарае. А пришел в хан-сарай, обязательно должен услышать звук, на который идут все акустические путешественники. Но если солнца нет, то считай, в хан-сарае делать нечего. Заинтриговал? Хан-сарай – это бывшая резиденция шакинских ханов. Дворцу где-то 300 лет. Снаружи выглядит впечатляюще. Но вот внутри – это вообще, ребята. Здесь огромные витражные окна из цветных стекол. И когда солнце смотрит на дворец, внутри не просто все озаряется, а расцветает орнаментами, узорами и всякими причудливыми фигурами. И вы понимаете, что вот все это еще и движется. Тут история не только про красоту, но и про бесконечную нарезку этих стеклянных кусочков. Не знаю, как это происходило тогда, в 18 веке, но сегодня я нашел здесь только один способ. Причем, как я люблю, со звуком. Есть в этих широтах еще одно искусство, которое требует кропотливого вырезания, точнее, выдалбливания, только не из стекла, а из дерева. Здесь таким образом создают главный национальный инструмент и самый узнаваемый звуковой символ Азербайджана – тар. Вот таким образом выдалбливается форма, цельный кусок дерева, и постепенно все это превращается в основание инструмента. Сколько ты делаешь по времени его? 3-4 месяца уходит на один тар. Вот это из какого дерева? По идее, тар делается из шелковицы. Также делают из орехового дерева. Вот этот из шелковицы. А гриф? А гриф? Орех. Орех. Тар – это такой магнит для мужских хобби. Мастера готовы месяцами вытачивать новые инструменты. Музыканты изучают сложнейшую технику игры, и еще неизвестно, кому из них труднее. Сразу, можно что-нибудь, что ассоциируется у тебя, Айтхан, с Азербайджаном? Вот какую-нибудь фразу, чтобы мы записали ее, и я потом ее в трек включил. Можно? Да, конечно. Пока Аятхан играл, я пытался разобраться, как устроен инструмент, и ничего не понял абсолютно. В целом здесь 11 струн. Я, конечно, рискнул спросить, возможно ли попробовать, но понимаю, что это настолько личное, как сказать, инструмент это настолько личное, что ты вправе отказать мне. Нет, ну, а я рискну спросить. Не, можете, конечно, попробовать, но научиться навряд ли, потому что это очень сложный инструмент. Я слышал, что это самый сложный инструмент. Да, самый сложный. Почему? Потому что это единственный инструмент в своем роде, который мы держим без всяких там вспомогательных вещей. Да. То есть... Вот давай я сейчас попробую, а ты мне оценку-то и выставишь. Ну, во-первых, спина должна быть прямая. Так. Второй урок вы должны управлять медиатором. Но смотрите, да. На гитаре одна струна. Одна. Здесь две. Здесь две. Я зажимаю. Нужно две. Сделать так, чтобы эти две струны одновременно звучали. Одновременно. То есть вниз. Да. И наверх. Да. Вот. Сейчас получается? Два. Не торопись. Раз, два. Раз, два. Он первый урок начинается с этого. Еще вот так заглядывать нельзя? Не-не-не. То есть как только ты вот так вот начинаешь заглядывать струны, да? Да. Чтобы понять вообще, что там дергать, ты начинаешь горбиться. Поэтому выпрямляешься. Да. Смотришь своими бесстыжими глазами в глаза преподавателя. Да. И пытаешься извлечь честно. Если бы это был первый урок, то ты бы мне поставил... Да. Сколько? Ну, тройку. Тройку? Хотя бы за то, что пришли. Хотя бы...
Следующий будет урок не менее сложный для тебя. Но я очень попрошу мне его дать, потому что я разучиваю местную известную песню. Мне уже сказали, пожалуйста, вот не говори, зачем ты ее взял, мог бы взять попроще. Потому что мне уже все это рассказали, я уже расстроился. Угу. Я уже понял, что можно было бы... Можно было бы ее выбрать. Но мне подсказали другую. Сама мелодия, она такая. Мелодия такая. Капризная. Капризная. Для вас капризная. Потому что вы не азербайджанец. Мне тебе нужно только вступление, чтобы понять, как вообще двигаться. То есть правильно ли я иду? Вот, немножко такой, легкий. Галды сарала сарала. Акцент на конец. Сарала сарала. Алманы дым харала. Да, харала. На последний слог? Да, харала. Алманы дым харала. Харала. Алманы дым харала. Да. Алманы дым харала. Алды сарала сарала. Алманы дым харала. Алды сарала сарала. Спасибо большое. Спасибо, было очень приятно.